Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас 26 марта, вечер, 8 часов, и у нас эфир, минералы и травы, что сильнее. Меня зовут Роман Атрий, я ведущий проекта «Тонкие материи», и у нас вот такая замечательная, интересная тема. И у нас впервые в эфире два мастера, это событие для нас. Всем здравствуйте. Пишите, пожалуйста, слышно ли и видно нас. И сегодня у нас такая важная тема. Почему? Потому что наш проект посвящен прикладной биоэнергетике, и камни и травы являются тем инструментом, который можно применять, чтобы оздоравливаться, чтобы изменять свою жизнь. И мы сегодня поговорим, что эффективнее, в каких случаях. Итак, приглашаю всех, кто у нас смотрит. Приглашаю Олега и приглашаю Татьяну. Приветствую. Так. Доброго суток всем, да. Добрый вечер. Отлично. Привет, привет, Татьяна. Привет, Олег. Вот мы собрались на долгожданный эфир, чтобы узнать всю правду, как все оно обстоит. И в левом углу ринга с моей стороны Олег, в правом углу Татьяна. Вот. И сегодня мы вот собрались, чтобы поговорить об что и в каких случаях эффективнее. Друзья, кто не знает о литотерапии, да, то есть Олег, может быть, кто-то и не знает, может, пару слов скажи, что это такое. Буквально на пару минут. Сказать, как бы принято понимать так, что литотерапия – это искусство врачевания минералами. Может быть, там лечение, слово не хочу употреблять, врачевание, как бы оно больше резонанс идет. Но на самом деле это не совсем так. Это глубже, это гораздо глубже, поскольку с минералами минералы являются прямыми проводниками стихии Земли. И каждый минерал является квинтэссенцией энергии Земли, определенных свойств, матричных каких-то эталонных характеристик, параметров. И это все есть в нас. Мы очень сложные. Минералы – это первая эволюционная волна. Мы – последняя эволюционная волна. Минералы – это первая форма жизни на планете Земля. Мы последняя форма жизни, вот если чисто эволюционно смотреть. Но мы сейчас находимся в периоде перехода из одного эволюционного вида в другой, здесь и сейчас, при жизни. И поэтому как нельзя более актуально использовать именно минералы для эволюционного развития. Когда мы живем, мы накапливаем, есть везде своя положительная сторона, отрицательная сторона, есть энтропийные процессы, есть, когда человек долго не меняется, как бы не выходит на новые уровни, он начинает как бы выжирать, выедать вот тот пласт жизни, в котором он живет. Неизбежно остаются на старом уровне, накапливаются отходы жизнедеятельности, как я их называю. Интересные контакты уходят. Уходят, ну, как бы человек общается, там получилось, там не получилось, не суть. Там то уходит, это уходит, а потом нужно расти, потому что там уже скучно, там уже нет свежего. И человека это начинает как бы подъедать, это начинает его... То есть, получается, камни такое средство эволюции, ты воспринимаешь это? Ну, вот это мой подход личный. На самом деле, я потом уже понял, почему я не воспринимаю чистое целительство. Потому что без изменения психики, без изменения точки сборки, восприятия мира, без изменения картинки мира, это получается все равно, что мы как бы юзаем минералы, получается, как таблетки. Ну да, она сейчас помогла. Но так как личность не изменилась, взгляд на мир и восприятие мира, то у нас потом то же самое будет. Поэтому, когда человек развивается, уже на другом витке, у него нет этих болезней, потому что везде
Да, Олег, мы поговорим об этом. Я отдельно хотел бы вот именно в том, что есть как бы есть лечение, да, а есть исцеление. Это более глубокая вещь именно в плане сознания и психики, психологии. А вот Таня, Татьяна, вот то, скажи тоже пару слов о травничестве именно в своем подходе, да, чтобы тоже понимать, в каком, чтобы люди, которые не знакомы с тобой, могли понимать, в каком направлении тебе интересно передавать знания, и пару слов об этом. Существует два взгляда: фитотерапия и травничество. И в принципе это одно и то же. Просто в рамках фитотерапии мы говорим о том, что это научный подход, это современные исследования, это использование какой-то сложной научной терминологии. А травничество – это то, что было испокон веку присуще людям, разным традициям, культурам. Это то, что передавалось по роду, это то, что передавалось как знание, там, я не знаю, у врачевателей, у жрецов. То есть это весь народный опыт, который люди в процессе своей жизнедеятельности осуществляли. Люди болели, воевали, рождали детей, выращивали еду себе. И это все было вот как бы связано с растениями. Сколько существует сам человек, я говорю, столько же существует и взаимодействие с растениями, а значит и травничество. Поэтому и фитотерапия, и травничество – это, ну, фактически про одно и то же, просто… Разным языком немножко, да? То есть один более… Разным языком, да. Mm-hmm. И, ну, вот то есть курсе, интересно который... вот эти два направления сочетать. Безусловно, это… Просто разные взгляды на одно и то же с новой современной подачей и с учетом того жизненного опыта всего человечества или их разных культур. Но это все про одно и то же. И про свойства, и про лекарственные, и про энергетические, и а вот, про растения. Смотри, да. Вот, допустим, в литотерапии более так понятно и ясно, Олег это сформулировал, что, ну, как бы, что вот этот аспект биоэнергетический, да, а вот в травничестве уже за фитотерапией многие говорят, ну, в травничестве, ну, понятно, то есть воздействие уже такое физическое, буквальное, как сказать, очевидное, биохимию поменяли за счет натвара, и как да. бы, все, соответственно, биоэнергетическая составляющая травничества, она уже как-то, может быть, не так афиширована, не так интересна. Это следующий уровень. Конечно, каждый же воспринимает на своем, кто-то воспринимает на уровне там таблетку съел, и все хорошо. Как-то и травы они тоже так могут воспринимать, и камни пытаются тоже так воспринимать. Это не так. Ну, мы на травы физиологически завязаны, потому что это наша пища, и потому что они дают нам кислород. Мы от этого никуда не можем просто существенно никуда деться. Но сказать, что это уже что-то понятное и ясное, выпил растение, и оно внутри тебя действует, ну, я бы еще на эту тему порассуждала. Все не так просто. А вот как раз вопрос такой, что, ну, как раз воздействие, да, допустим, неважно, там, человек, что он принимает, чтобы исцелиться, таблетки или там какие-то другие средства, все-таки вот этот вот составляющий, да, мне тут родственники упросили смотреть сериал «Корона», посвященный английской королеве. Там есть один момент, посвященный принцессе Диане. Я так не знаком с этим персонажем, ну, как бы с реальным не очень мне это знакомо, но один момент, что у нее там возникли сложности, и ей просто буквально клинические психиатры, ну, антидепрессантов так забабахали. И вопрос мне к вам обоим, вот такой момент, что вот это вот социальное программирование, да, некий, вот она попала, допустим, там в ситуацию некого жесткого, ну, неких обязанностей, некого социума, некого устройства, и, то есть, единственное, что вынуждены были в тех условиях люди делать, это просто буквально ее таблетками пичкать, 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 то есть, какого-то разговора о психологии на тот момент, или каких-то психологического подхода, или какого-то вопросов, связанных с именно с ее личным путем, да, скажем так, вообще не было. То есть вот я хочу с вами поговорить, вот роль вот этого социального программирования и вашего подхода, когда вы, ну, предлагаете какое-то исцеление, какую-то терапию личную, вот. Вот что вы делаете, чтобы, ну, как бы изменить это социальное программирование? Насколько это важно вообще поменять это все?
Ну, давай, Таня, давай попробуй. Ты, давай, Олег, ты закончишь, можешь, Татьяна. Ну, смысл в том, что когда существует готовая система, в том числе социум, каждому человеку как бы своя сота соответствует. И вот человек, он обусловлен определенными вещами, это как вот загон такой, и вокруг вот эти вот флажки для волков, туда не ходи, сюда не ходи. И ты вынужден идти как бы вот по такому некому узкому коридору, где как бы тебе предназначена вполне определенная роль, скажем так, как у насекомого, инсектоидная. Это очень сложно, потому что у человека, когда самоидентификация происходит, он же не то, что как бы тот винтик, который играет какую-то роль вот в этой структуре. Он гораздо шире, гораздо больше. И, соответственно, это начинает, когда душа человека, личность – это часть души, там не будем это брать, вернее, часть сознания. Но что-то если внешнее это детерминировать вот в этом его развитии, он начинает страдать, потому что он говорит, я вот так не хочу. Ему говорит, так нельзя. Почему? Вот нельзя и все. Вот мы играем по определенным правилам, которые задаем не мы. Но в таком случае мы оказываемся в роли вот тех винтиков, которые служат составляющим. И роль твоей собственной креативности, творчества, она сводится для исполнения каких-то определенных обязанностей. И она очень заужается. А человек начинает страдать. Почему? Потому что это не дает ему себя выразить, себя найти, реализовать, проявить. Там говорят, вот проявлять можно настолько, настолько и настолько. Там каждый знает, что в детстве там родители говорили, будь скромнее. Да куда уж там скромнее, и так все скромные. Там покорный телок всем маток сосет. И вот такие вот вещи, когда и наших родителей, соответственно, также пытались выстраивать какую-то вот некую форму загнать туда, куда ты не помещаешься. Это про Крустово ложе. Если... Олег, а насколько вот этот вот фактор, он ключевой для того, чтобы, ну, скажем так, исцелиться? То есть разобраться с вот этим социальным программированием? Дело в том, что мы всегда делаем свой выбор. Чем больше развивается цивилизация, тем больше... человеку, тем меньше человеку оставляют выбора. Вот. И, соответственно, как бы либо ты уже играешь по своим правилам, свою игру, которую ты сам придумываешь, либо ты реализуешь свои цели, либо всегда найдется тот, за кого ты будешь вынужден реализовывать его цели. Но это выбор каждого человека на самом деле. Ну, сейчас, ладно, я тогда спрошу еще у Тани. Ну, смотри, Тань, вот это вот социальное такое программирование, да, и такой подход. Я вот понимаю, что многие люди, они находятся в таком положении. То есть в некотором невозможности поменять, как они думают, да, вот эту вот матрицу как бы устроенной жизни, и как бы они пытаются при этом принимать травы, таблетки, разные там средства, но при этом вот эта основа какая-то, она остается незатронутой. Вот насколько это для тебя вот, ну, важно в этом разбираться, не знаю, насколько тебе интересно в этом, как сказать, общаться? Ведь ты по образованию такому классическому еще психолог. Ну, ты знаешь, если бы ко мне пришел человек, как травник, как психологу, и сказал, есть ли у вас что-то от социального программирования, ну, как обычно переходит, есть ли у вас что-то там от давления или там от гастрита, есть ли у вас что-то от социального программирования, то я бы, конечно, немножко подумала, потому что сказать напрямую «да» сложно, ну как бы, но также есть травы, которые способствуют и помогают человеку на духовном пути, ну, в частности, ведут к пробуждению, просветлению. Но это очень еще далеко, когда у человека еще, например, какая-то депрессия или какое-то разочарование в жизни, или у него просто что-то болит, и вот это социальное программирование является частью этой его боли. Поэтому как травник, наверное, я бы распрограммирование все-таки разбило на несколько этапов. Сначала бы
более-менее бы тело бы привело в состояние здоровое, ну, снять какие-то воспалительные процессы. Когда у человека что-то болит, он, ну, как бы не может, ну, духовно развиваться, ему очень тяжело. Поэтому первый этап, самый такой телесный, приземленный, это убрать вот то, что болит. Следующий этап – это повлиять на эмоциональный фон. И тут тоже можно поработать с травами уже не как с химическими веществами, потому что травы, как и камни, очень сильно влияют на нашу энергетику. И уже более тонкие, более высокие уровни, когда у человека есть какие-то запросы на свой путь, на какое-то предназначение, там тоже можно поработать с травами. Я вот это не могу себе представить, потому что образ травничества у меня вообще не такой. То есть мне казалось, ну то есть вот то, что ты говоришь, это какие-то такие высокие материи, которые тонкие материи, вот. Ну, знаешь, я тебе скажу, что, ну, я так аккуратненько очень говорю о том, что я изучаю тибетскую медицину. И наш учитель по тибетской медицине, он монах, он геше, то есть профессор медицины. И он же человек, который говорит нам о сострадании, о пробуждении. То есть, например, у буддистов тебе сама медицина и духовный путь – это как бы части всего единого пути. Там это неразрывно. То есть каждый учитель знает тибетскую медицину, и каждый медик обязательно знает о том, что такое бодхичитта, сострадание, да, для чего мы приходим сюда, какие у нас задачи. Это все очень связано. Поэтому вполне можно через ну, лекарственные травы, в том числе, травы и минералы, выйти на вот этот вот путь распрограммирования. Ну, это непросто. Это непросто. Да. Но это можно рассматривать, если задаться целью, это действительно можно рассматривать как очень хорошие инструменты. Олег, хочешь что-то добавить еще? Вот. Ну, в принципе, все завязано. Мы очень сложные на самом деле. И когда начинаешь как бы вот это вот раскручивать вязь, выводить в конечном итоге человека на причину. А почему? Вот он говорит, у меня, допустим, вот существует такая проблема. И для того, чтобы выйти на то, как у него это вообще возникло, приходится распутывать. Это некое как бы кружево, плетение, когда одна вирусная программа сознания цепляется за другую. И как бы, когда начинаешь все это ну, вот, аккуратно пряжу вот эту вот, когда вот там некое такое кружево, его начинаешь расплетать. Но резко дернуть за какую-то одну нельзя, потому что если ты дернешь, все это, вся эта пряжа спутается. Тут сложнее будет. Поэтому, соответственно, как бы выход на уровень причин. Нужно найти ту ниточку, за которую дернул, ты сможешь уже распутывать вот это полотно. Полотно как бы вирусных программ сознания, которые и есть кармы человека. Вот что такое карма? Это записи психики. Вот я очень долго, у меня все крутилось, вертелось. Очень интересно на самом деле. И привычки такие, как в буддизме называют клеши. Такие, ну, отпечатки. Да. Скорлупы. Скорлупы, клеши – это вот такие вещи, которые жестко стоят. И человек определенным образом, он как лошадь в шорах, он видит только этот путь. Вот туда он не может посмотреть, сюда тоже не может, потому что у него вот эти вот клеши, они обуславливают его, вот, как я называю, все равно, что человек сидит в танке и смотрит в перископ. Он много насмотрит там, или в замочную скважину. Это определенный подход к жизни. Вот он видит только определенное направление. Более того, оно еще и заужено, вот перископ. Мне это актуально, я сегодня, ну, то есть вчера, вернее, занимался подготовкой поездки твоей в Каппадокию. И, ну, в общем, измотался уже за несколько дней. И утром сижу, и, знаешь, такой момент. Вот, знаешь, есть такое умонастроение, и я бы назвал это мотивацией, умонастроение, когда ты вот торопишься и в спешке делаешь, ты опаздываешь. И это одна платформа. И она такая, сжатие. То есть ты пытаешься убежать, ты пытаешься догнать, и как будто живешь будущим. Ты находишься в некотором нервозном моменте, и ты как бы находишься, бежишь куда-то вперед, да. И я вдруг заметил, когда я вот этому настроению удалось поменять, перенастроить, как все-таки спокойнее себя чувствуешь, как и самое главное на общее ощущение жизни, знаешь, когда попадаешь в это состояние настоящего, текущего момента, и ощущение, что у тебя жизнь может длиться долго.
Но когда ты торопишься, у тебя ощущение страха и беспокойства за будущее, и это создает, такие, да. создает это напряжение, и вот ты бежишь, бежишь, бежишь. И я так понимаю, то есть если я долго в таком состоянии буду находиться, я заболею, я так полагаю. Это чужие ритмы, в которые нас заставляют впрягаться определенные ситуации, когда все это включается, и ты чувствуешь, что ритмы большого города. Здесь сложно вечером заснуть вовремя, утром сложно проснуться, потому что ритмы, они не гармоничные. Если раньше там засыпали, там, ну, как бы сложились спать, когда солнце уже ляжет, это биологический ритм, нормальный, естественный, природный. Мы сейчас оторваны, потому что каждый большой город является как бы даже не муравейником, человейником, наверное. Там, где очень много людей, они все время вот так вот бегают, каждый делает свою функцию. Это можно сравнить с муравейником. Но мы не можем как бы по инсектоидному образу воспринимать жизнь. Это нас очень сильно заставляет, впрягает вот бегать этими тропами, понимаешь? Мне кажется, создает вот это напряжение, которое в дальнейшем может приводить к каким-то заболеваниям. И вот этому... Боязнь опоздать, не успеть, вовремя не прийти. А если ты боишься опоздать, обязательно опоздаешь. Если ты боишься... Да, просто будет что-то еще. То есть будет еще какой-то вариант опоздания. Ну, ты опоздал или там не опоздал, но если ты все время вот находишься в напряжении... Ну, ты сконцентрирован на опоздании. Приставку «нес» психика не принимает. Поэтому, когда ты боишься опоздать, ты опаздываешь. Когда ты боишься не успеть, ты не успеваешь. И как бы это вот оно такое. Да, Тань, хотел еще у тебя уточнить. Вот это вот тема здоровья и умонастроения. Так как у тебя тоже такое тибетское, не только фитотерапевтическое образование, но и тибетское, медицинское. То есть вот в этот момент связанный как вот, ну, говорят, при помощи травничества, да, то есть вот долголетие, влияние на здоровье, вот умонастроение, мотивации. Вот Олег часто говорит, что для исцеления такого практического важно помочь человеку, ну, осознать его мотивацию жить, то есть его смысл какой-то. Это сложно очень. Да. Вот хотел у тебя спросить именно вот тема вот умонастроения и влияния на, ну, как бы, с помощью твоих методов волшебных. Ну вот восточная медицина, все наши заболевания напрямую связывает с нашими негативными эмоциями. То есть все болезни обусловлены, ну, практически, кроме там каких-то, практически все болезни обусловлены нашими там гневом, раздражением, страхом, бессилием, жадностью и так далее. То есть они провоцируют у нас нарушение баланса. Баланса чего? Что у нас балансируется? Жизненное начало. Собственно говоря, как бы это первый элемент, из которых состоит наш мир, состоят минералы, земля, там, за счет наше эмоций, пространство. Да, за счет наших состояний, получается, может этот баланс измениться. Ну, то есть... Вот если взять вот эту ситуацию, которую ты описал, да, то, ну, как бы тибетский врач бы сказал, что у тебя поднялся ветер. То есть много мыслей, много тревог и переживаний – это некое движение энергии. И вот, ну, в частности, аюрведа тоже считает, что это энергия ветра. То есть оно движется, оно тонкое, оно не видит там какой-то слизи или вещества. Оно очень тонкое. Это же твои мысли и переживания. Вот это ассоциируется с энергией ветра. То есть у тебя фактически поднялась энергия ветра. И, в принципе, твое состояние, ну, первый вариант, то, что ты сам сделал, просто, ну, осознался, успокоился, что ты как-то загнал себя. Это вот достаточно такой высокий уровень лечения самого себя. Но если человек не может поймать вот этот момент, что у него вот это волнение, это избыток вот этого ветра движения, то он приходит к врачу, говорит, я плохо сплю, у меня сильно бьется сердце, и тогда уже используются, ну, вещества в виде трав каких-то, в виде каких-то там еды определенной, более мысленистой, тяжелой. Я села на своего любимого коня, тибетскую медицину, а ты меня спросил о том, как можно регулировать... Нет, как ты, как для тебя, как ты к этому подходишь, то есть именно влияние вот этой мотивации, то есть в исцелении самого человека. Ты говоришь, что, ну да, ты сказал на самом деле, что ты сначала просто физическое тело, да, пытаешься как бы
отрегулировать Поскольку у меня такое двуличие присутствует, да, фитотерапевта и травника, поэтому, когда ко мне приходят как к фитотерапевту, ни о каком духовном не идет речь, просто тело болит, в теле что-то болит. Но когда ко мне приходят как к психологу, то люди говорят уже о других вопросах. Я не знаю, как мне что-то решить, куда мне двигаться дальше, как выйти из этой ситуации. Поэтому... Если идет запрос именно на, ну, как бы на. Ну, мне кажется, очень важно, что ты эту тему также затронула. Вот я смотрю, что сейчас вот завершается курс Олега, ну, очередной поток, последняя неделя. Я смотрю, все равно есть некоторое недопонимание, да, вот недопонимание, что ожидание, что. Ну, люди настолько напряжены, что они все равно ожидают некой таблетки, волшебной таблетки, которая. Ну вот, таблетки, допустим, не подошли, но, может быть, камни подойдут, но, может быть, травы подойдут. И вот, это нужно принять, это специфика человеческого восприятия, это человек так устроен. Да. Ну, по крайней мере, до определенного уровня, даже я иногда просто хочу простого решения. Да, понятно. Да, простое решение хочется, и это классно, когда оно находится. Да, но вот момент именно то, что вот осознать, что мы таки, в восточной медицине и в целостной медицине, да, можно так говорить, целостной современной медицине, влияние фактора нашего сознания, оно просто очень велико. И как бы если мы можем пользоваться нашим сознанием, нашим состоянием в этом, это очень, очень хорошо. Ну вот, чтобы этим сознанием пользоваться, действительно, когда человек понимает, что травы могут в этом смысле очень хорошо это сознание просто успокаивать хотя бы, да, для того, чтобы им начать пользоваться, оно должно быть в спокойном состоянии. Минералами можно это сознание направить или расширить. Вот это тогда уже очень интересно. Можно иногда человек просто не заземлен, он не стоит твердо на ногах. Если есть те, кто видит... Я добавлю, Олег, просто сейчас ты продолжишь. Да, вот этот момент, то есть, понимаешь, лечение хорошо, да, и даже, может быть, излечить. Ну, а как бы, а вот эта платформа, да, мы же хотим также указать, и ты тоже хочешь указать, что есть некая платформа, которую стоит менять, как бы причинный уровень, некое такое мировоззрение, некоторый подход. Да, это некие базовые такие вещи, допустим, я это называю или эталонным, или базовым, эталонным матричным сознанием. Вот такая тема. Что такое эталонный? Вот когда я говорю, что человеку для того, чтобы перейти на следующий уровень, попробовать просто на себя, на мир, на события какие-то взглянуть каким-то другим образом. Это значит пересыпание психоматрицы. Как бы вот есть шкала ценностей у человека. Для него вот сейчас ценно это. Ну, давайте разбирать в конечном итоге, имеет ли это реально для него ценность какую-то. И в течение беседы там выясняется с желалками, кстати. В течение беседы, в течение консультации очень часто выясняется, что то, что человек хотел, как бы оно на самом деле ему и нафиг не нужно. Потому что оно не имеет никакой ценности. А ему об этой ценности говорили родители, дедушки, бабушки, кто-то, учителя в школе, преподаватели в институте, коллеги по работе, подруги. Ну и все как бы в общей шкале ценностей вот этой вот живут. Ну и там считается, что вот это вот имеет ценность, а это не имеет ценность. И я... Как бы, когда, как ты это делаешь? Как ты это делаешь, что ты ну, человека ну, приводишь к тому, чтобы он осознает, что же он действительно хочет? Ты его как ставишь? На самом деле не так просто на все это выходить, и не так просто со всем этим взаимодействовать, потому что человек привык бегать в уме одними и теми же тропами. Так же, как наш мозг, он очень ленивый такой. Даже не столько мозг, сколько ум. Это структура эго. Это социальная структура, это не сознание, просьба не путать. Есть сознание, оно достаточно обширное, мы туда не ходим. Я имею в виду, обычные люди туда не ходят, это сложно, потому что наше сознание, оно очень такое объемное, такое расширенное. А обычно человек чем пользуется, это вот то, что называется ахамкара, эго. Эго-структура. Ну, основой которой является все-таки какая-то интерпретация, да? Вот как бы. Социальные ценности.
Ну, интерпретация, что важно, что не важно. Дело в том, что как бы можно говорить, ну, транслировать через СМИ. Это уже сейчас стало. Раньше это просто передавалось в течение там из поколения в поколение, там от дедушек, бабушек, там вот, ну, вот такие вот вещи, что там ценность имеет лишь такие вещи, как там, чтобы человек был там сыт, одет, обут. Пока были более жесткие условия, как бы, там не до моды было на самом деле. Сейчас начали всех перемещать вот к модам. То, что вот сегодня модно это, тогда твой социальный рейтинг очень сильно высок, если ты ездишь на машине этого бренда, этой марки. Как бы. Или, допустим, пользуешься колготками, носишь джинсы, там, Монтана. Или, ну, там море вот таких вот вещей, на самом деле, это есть ложные ценности. Мода. Я моду не воспринимаю. Есть стиль, который подходит тому или иному человеку. Тогда да, но это стиль. Он соответствует его психотипу, его матрице. Тогда да, тогда это интересно, тогда он выглядит, смотрится. Твоя терапевтическая работа – это позволит, ну, настроить человека на вот это определение своих. Подвести человека к осознанию тех вещей, которые ему интересны. Я попала, ждем. Угу. Продолжай. Которые ему реально интересны. Потому что, допустим, когда у человека спрашиваешь, а чего ты хочешь? Он говорит, ну, блин, хочу машину. Я говорю, какую ты машину хочешь? Он говорит, я хочу вот себе там Chrysler, там, или Jeep Cherokee хочу. Я говорю, а зачем ты хочешь? Он говорит, ну, я тогда крутой буду. Я говорю, а представь себе, вот у тебя есть эта машина, уже сейчас она есть. Но тут же у тебя через минуту ее или разобьют, аварийная ситуация, или украдут, или поставят на штраф стоянку. У тебя нет этой машины. Значит, ты не крутой? Тогда люди начинают задумываться. Как бы это внешняя сторона, или он оденет дорогую обувь, дорогую одежду, и он тоже станет крутым. Но это не так. Чувство, заниженное чувство собственной значимости, вот как бы отсутствие истинных вещей, настоящим вещам, он не позволяет себе взрасти. А как бы внешние вещи, они не работают. И начинаем, когда начинаешь распутывать эту цепочку, очень интересные вещи там выходят. В конечном итоге, зачем ему вообще это все? Да, он хочет. Да, понятно. Ну, хорошо, хорошо, что мы вообще эту тему поднимаем, потому что, ну, вот это измерение, я вот все время волнуюсь, да, что, ну, и видишь, да, что люди вот страдают, да, но вот эту вот парадигму, которую ты говоришь, она не меняется. И хорошо, что есть мастера, которые могут помочь вот этому всему случиться, помочь человеку осознать вот это измерение своего желания, глубокого желания, да, то есть некого творчества, которое позволяет вот это вот напряжение социальное переключить себя с социального напряжения на вот это вот творческий подход к жизни очень. Вот как-то так, наверное. Вообще, по идее, в идеале это надо выходить на уровень игры. Когда человек играет, он не устает, его отсутствие. Даже если он устает, он очень быстро восстанавливается. Он не боится совершить ошибку. В игровом режиме человек не боится сделать ошибки. Нас все время запугивают с экранов, там, в интернете, там, вот эти вот ковид. Ну да, это все болезни, это все понятно. Но если все время ходить и бояться, мы попадем именно туда, чего мы боимся. Поэтому, значит, не надо бояться. Как тогда? А как выйти в то состояние сознания, когда мы бояться не будем? Это игровой реально режим. Мне кажется, знаешь, вот в чем особенность, вот даже если мы говорим, да, не всегда вот это слышно. И только вот зачастую в индивидуальной работе это может быть как-то слышно, когда люди приходят друг к другу, ну, то есть, допустим, к тебе приходят или к тебе, Татьяна, приходит, возникает вот этот контакт, да, когда можно немножко вот... слышимость возникает. Вот. Вопрос. Да, Таня, может быть, что-то хочешь добавить? Или у меня следующий еще вопрос есть? Давай следующий вопрос. А вопрос... Олег полно его раскрыл. Да, друзья, смотрите, как вам наш эфир, интересно или нет, пишите в комментариях и задавайте вопросы, может быть, что-то, или какие-то делитесь своим впечатлением. Вот Алина Шевашова поделилась, вы видите, Олег, Татьяна, видите сообщение?
У меня, к сожалению, нет сообщений, нет, не вижу. Извините, я зачитаю. Алина записала работа с минералами, она считает, Алина, уже своего рода выход за рамки программирования, а за рамки стереотипов, равно как травничество. Это начало, да. Первый даже не шаг, наверное, а, как бы, я не знаю, только, ну, вот, это попытка выйти. Работа с минералами, подход, потому что там, как и везде, очень много есть пластов. Прорабатывая один, ты выходишь на другой, там следующий. Кто-то из русских писателей писал, что мы, если мы желаем этим заниматься, мы каждый раз выдавливаем из себя раба по капле. Это так и есть. Мы каждый раз отслеживаем те вещи, которые нами управляют. И мы не хотели бы, чтобы они нами управляли. Понятно. Поэтому надо в конечном итоге каждый раз себе задавать вопрос. Чего я хочу, чего я не хочу реально? Что у нас в хорошем смысле? Вот я иногда такую вещь делаю. На индивидуальной консультации я задаю такой вопрос. Вот представь себе, вот что ты хочешь? Вот я хочу то-то, то-то, человек мне говорит. Там клиент, ученик, неважно, не суть, не в этом суть. Я говорю, вот представь себе, у тебя это уже есть. Тебя это радует? Какое у тебя психоэмоциональное состояние, какое у тебя психоэмоциональное состояние, психоэмоциональный настрой, если у тебя это уже есть? Тебе радостно, тебе хорошо, тебя расширяет, у тебя в груди есть вот такое, поднимается. Там кто-то говорит, бабочки в животе, это чуть ниже уровень там. У кого, ну, у всех по-разному. Там есть расширяющее такое ощущение, психоэмоциональное. Если есть, то да, это твое. И где тебя расширяет? В каком месте? Да, хорошо. Дочитая комментарий Алины, она дальше говорит, равно как травничество, погружение в мир природы, в химию растений и в энергетику природного мира. Вот такой взгляд. Я могу два слова добавить. Да. Не знаю, это в дополнение или наоборот в противоречие. К сожалению, биохимию тела изменить легче, чем сознание. То есть человеку можно дать растение, и он будет через 10 минут спать, или наоборот испытывать там огромный подъем энергии, или начинать видеть всякие видения. То есть буквально в считанные там полчаса, когда вещество начинает циркулировать внутри крови, внутри организма, то есть через химическое воздействие можно прямо вот поменять состояние. А вот сознание поменять – это уже другой уровень, это какая-то определенная работа. Поэтому растения быстрее изменения в организме человека производят, разы, да. Там, десятки раз. Но они, чтобы поменять уровень сознания, открывается другой уровень, скажем так, травничества. Фитотерапии там уже нет. Фитотерапия – это уровень науки, доказуемого анализов результатов. А в травничестве есть очень хороший слой, да, где травы можно не принимать внутрь, а так же, как и минералы, держать, просто прикладывать и иногда находиться с ними рядом, и они будут уже работать с сознанием. Это то, например, чего фитотерапия не знает и не использует. А ты в своем обучении, ты как бы планируешь это давать? В самом курсе, который будет, этому будет уделено время, но не полноценно, Оп, отлично. Пока Татьяна пропала, скоро она придет и продолжит. Олег, тут пишут, значит, ты не видишь, да, комментарии тут на экране? Не отображается, да. Даниил Ткач пишет, огонь. Говорит, Олег, Татьяна, Роман, благодарю. Вы крутые. Вот, поняли? Мы крутые. Марина Фатеева пишет, тоже коснулась работы с минералами. Просто за. Что-то просто за, не знаю что. За работу с минералами. Ага. Так. Бывает. Да, ничего, бывает. Все нормально. Мы все равно в эфире. Если ты помнишь, что ты говорила, продолжай, пожалуйста. Я про то, что об этом я буду на курсе рассказывать, но не так много времени, как хотелось бы. Но обязательно буду об этом говорить. Ну, у Татьяны начинается курс 28 марта. Вот. Городское травничество. Мы немножко, может, попозже об этом поговорим. А пока продолжим беседу. Я тут комментарии читаю, которые пишут. Вира Кашалта...
Вера ее зовут, я так понял. Ну, да, украинское произношение. Уважаемая Татьяна, скажите, а есть ли истинно женские и мужские травы для баланса? Истинно женские и мужские травы для баланса? Вот ну, слово истинно, ну, можно так сказать, что есть действительно растение, которое считается прям мужское, а это женское. Ну, например, мужским растением считается красный корень или копеечник чайный, копеечник забытый. Это растение для мужчин, хотя его тоже могут пить женщины, но по своей энергетике, по своему проявлению, по внешнему виду самого корня, все-таки это как бы очень яньская мужская энергия. Есть растения, которые вот женское-женское, это береза, например, тут даже не споришь. Никогда береза у нас не будет ассоциироваться с мужской энергией. Или таволга, например. Это чисто женское растение. Угу. Поэтому, да, растения, которые нормализуют гормональный баланс женский или мужской, или просто дают женщине ее женскую силу. Есть такие травы, есть травы для мужчин. Да? А все-таки травы, которые влияют вот на тот уровень, который говорим, Олег говорит, вот о настроении, вот это вот, которое влияет. Ну, если говорить о женщине, то для женщины в этом смысле очень хороша липа. Когда я обнималась с липой и просто держала ее листочки, или даже деревяшечку, или даже уже ложку, уже как бы она преобразована в какой-то предмет, в ней очень много такой женской родовой энергии, которая говорит, вот по женскому роду передается. Вот если подержать липу, то вот это вот ощущение потока, который льется от прабабушек оттуда где-то к тебе, вот, вот это можно, например, почувствовать через липу. А что это? Это их знания, это их опыт, это то, чем женщины пользовались, это их какие-то секреты, тайны, и это их и духовные достижения достаточно. И вот через липу, как проводника, это конкретные женской энергии силы, это можно почувствовать, вот эти вот высокие уровни. Это получается... Старшая рода, например, по роду женщина, вот через липу с ней даже можно, собственно говоря, в какой-то степени, вот, ну, я скажу так, пообщаться даже. В этом контексте, Олег, это, наверное, родонит, да, или какой-то из камней подобных? На самом деле, да, родонит инский, и это каналы, родовые каналы, причем через родонит можно и на мужские каналы выйти, и на женские каналы выйти. Наверное, да, да. И липа, и да. Вот там это частотный, вибрационный вот такой. То, что есть у минералов, то, что есть у трав, то, что есть у масел ароматических или эфирных масел, это работает еще на уровне энергетически вибрационном, частотном. Частотные характеристики вибрационные. Вообще это чистая физика все. И с травами, и с минералами это все чистая физика. И мы чистая физика. Вот как раз вопрос также на тему, которую мы поднимали. Илья Клея. Мне кажется, травы больше работают с физическим, эфирным телом, а камни действуют в более тонких планах. Так ли это? Кто? Ну, по очереди давайте отвечать. Таня, как ты думаешь? На самом деле любое существо в нашей, на планете Земля и за пределами планеты Земли действует на разных уровнях. Как на физическом, потому что у него есть физическое воплощение, то есть тело, так и на всех других. Как у человека есть много то тел, так и у растения, и у камней то же самое. Поэтому любое растение, у него есть внешний вид, то, что мы видим, корень какой-нибудь там или ягоды, и у него есть взаимодействие тела с телом, то есть когда мы съедим морковку или там скушаем корицу, используем, это на уровне физическом, но также у корицы есть энергетический уровень, и оно тоже на нас также действует. Однажды я взяла корень лопуха, и мне было интересно, как он на энергетическом уровне себя проявляет. И это, ну, достаточно несложно, так же, как и с минералом. Мы просто берем его в руку, не едим, а держим в руке. Это была такая сильная опрокидывающая энергия, но это на меня так действовало. То есть если встать и подержать этот лопух, тело начинает раскачиваться. То есть если вам знакомы такие состояния от минералов, когда вибрации идут по телу, то же самое. Я была настолько удивлена, причем он... а как-то запрокидывал тело назад, оно падало. Ну, то есть какие-то давал такие
потоки в моем физическом теле чем-то невидимым, не этим же маленьким кусочком корешка, а определенной своей энергией. Поэтому растение... А это был свежий или это просто корешок растения, да? Можно, работает все, и сухое, и живое, и высушенное, все работает. Энергия, информация никуда не исчезает. Когда говорят, ой, растение уже мертвое, оно уже не работает, это как бы чувствительность на чем, может, она и работает, человека, да? Просто ограничена. Работает еще как. Пишут тут, значит, Олег Давыденко. Эфир очень захватывающий, всех благодарю. Друзья, ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы видео более заметно было в YouTube. Алина Швашова. Это Чехов писал про выдавливать раба из себя. Это к тебе, Олег, к твоей. Тоже такой комментарий. Конечно, физические энергии, хоть они и плотнее, легче меняются, чем тонкие настройки. Да, интересное примечание, да. Мы их быстрее замечаем, потому что мы же в теле находимся. Мы же не находимся на том уровне сознания, когда мы все вокруг осознаем, видим, как оно перетекает, как оно меняется. Мы же даже не слышим, как сердце бьется, то есть не чувствуем. Иногда мы слышим, как у нас бурчит в животе. То есть это вот то, что земное. Да? И иногда у нас шумит в ушах кровь, мы это слышим. Это самое близкое к нашему телу. Но также и звучат, и растения. Когда их и принимаешь, и держишь в руках, они тоже звучат. Мы просто не перестраиваем свое восприятие как бы на вот этот уровень. Но он есть, он существует, просто мы туда не поднимаемся. Есть некая инерция сознания, мышления, восприятия, к которой мы привыкли. И зачастую, я же говорю, вот есть некая... восприятие того, как это все происходит, вот это тонкая чувствительность. То, о чем говорит Татьяна, это тонкая чувствительность. Так можно чувствовать. Какое-то время назад я начал очень хорошо чувствовать раковины, редкие породы деревьев, плоды, каштаны, там, желуди. И вот они все, каждый на своем уровне вибрирует. И там, ну, просто берешь в руку, это начинает пульсировать. Это все рабочее. Это в чем же все-таки, есть ли какая-то принципиальная разница между миром камней и миром трав? Ну, безусловно. Дело в том, что как бы внутри каждой стихии та же самая земля, да? Есть очень много пластов. Если брать, допустим, те же самые камни, это больше, ну, как сказать, квинтэссенция энергии земли. Это... некие матричные, как вот в человеческом теле есть энергоцентры, да, чакрами называют. Ну, вот приблизительно к этим же чистым, как бы это природные резонаторы. С этим можно сравнить и камни, месторождения на планете Земля. И они, каждый работает в своем режиме, на своей определенной частоте, давая свои определенные настройки. Поэтому мы, когда с ними взаимодействуем, происходит вибрационный резонанс, если нам нравится. И происходит энергоинформационный обмен, мы подстраиваемся. То же самое с растениями. Вот есть мир растений, есть мир минералов. Это как бы разные миры, но они все находятся на Земле. В общем, это как бы, ну, это такая некая структура, она... слоистая, там, сетчатая, там, как хочешь это назови, но вот как-то так. Она очень широкая. Мы не привыкли просто на это так смотреть. Мы привыкли к физическому миру. Татьяна, а ты как это видишь? Как для тебя это тема? Я вот вижу растение, оно находится как бы посредине, в срединном мире, потому что оно нам из земли добывает всякие полезные вещества и накапливает внутри себя. Тот же кремний, мы же его не можем грызть, но для обменных процессов это просто необходимо. Или какой-нибудь селен. Опять же, и эти все вещества нам добывают растения. С другой стороны, солнечную энергию, мы вроде все под солнцем ходим, и даже у нас тоже какой-то процесс происходит, но тем не менее, еще один способ усвоить солнечную энергию, это нам тоже дает растение. То есть оно берет из земли, и я считаю, что камни, минералы – это родители для растений. Вот то, что Олег сказал, это…
первые, да, первые жители Земли. Да. Растения – это их дети. И вот они забирают у своих родителей вот эти питательные вещества, благо на Земле с этим как бы проблем нет, с тем же кремнием, да, берут энергию Солнца, внутри себя у них идут свои процессы, и уже вот этим пользуемся мы. То есть растение для нас некий связующий элемент между Землей и космосом. В буквальном смысле, потому что растения также находятся под влиянием многих других планет, и вот опираясь на свою лекцию, которая была «Травы и планеты», вот эти энергии тех же, того же Юпитера, той же Венеры, женские энергии, того же Сатурна, который ярко представляет минералы. В этом смысле растение внутри себя перерабатывает и в готовом виде, в виде капусты, в виде хвоща полевого, крапивы или боярышника, мы уже сублимированную для нас энергию потребляем, просто заварив это кипяточком и, или сделав из этого салатик. Интересная, да, точка зрения. Да, ты такие интересные образы. Да, резонирует, да. А, просто здорово, что, ну, как бы, что ты в теме травничества, тоже какую-то тему планет, потому что мне это близко, как, потому что я интересуюсь темой астротерапии, и твой вебинар, он прямо в тему, как бы, моего исследования, моих интересов. И Олег часто употребляет, он, когда объясняет свойства камней, он часто говорит, что, ну, вот этом есть энергия больше Плутона, Сатурна или там, там Урана, там Нептуна, то есть Венеры. То есть он очень чувствует вот эту энергетику. И как бы, друзья, если вы удивляетесь, что это, кто нас смотрит, удивляется, что это за планеты и как они могут проявляться в камнях или в травах, речь идет прежде всего о стихийности. То есть как каждая планета – это не только небесное тело, но это стихия, которая присутствует везде во Вселенной. И на Земле в том числе. Сатурн – это сила сжатия. Да. Там Юпитер, сила расширения, смысла и так далее. Вот. Продолжаю вопросы. Значит, Анастасия Смирнова пишет комментарий. Очень долго занималась травами и эфирными маслами, но литотерапия и Олег меня поразили, насколько это глубоко. Спасибо огромное. Андрей Маларев пишет. Добрый день. Уточните у Олега, когда будет курс по минералам в ближайшее время? Вот, ну, осенний. Вот, внимательно следите за анонсами, потому что сейчас вот как раз вот анонс. Курс. Каппадокии, поездка. Давай расскажем немножко о Каппадокии. Сейчас хотя бы пару минут. Вот, когда, значит, что-то может быть после экспедиции в Каппадокию, может быть, еще, Роман, мы, наверное, проведем летом. Семинар. Да, лето. Скорее всего, в Москве. Ну да. А курс будет осенью. Угу. Онлайн-курс, кто не может приехать на семинар, приезжайте на... приходите на онлайн-курс. Единственное, что семинар, там есть свои плюсы, то есть присутствие Олега. И, кстати, мы организуем поездку в Каппадокию, в Турцию, на место силы с мастером, с Олегом Смирновым. А Олег, он не только литотерапевт, но еще он такой волшебный человек, который вот вводит по местам силы, делает практики и помогает людям выйти на новые уровни, как бы новые уровни развития. Поэтому, кому интересно, осталось еще 5 мест. Вот. Практики, энергопрактики, да. Со 2 по 8 мая. Сейчас у нас этап бронирования, буквально завтра будет бронирование отеля. И спешите, напишите мне, Роман Атриев, найдите меня в Фейсбуке или там в ВКонтакте, напишите. И осталось 5 мест. 5 уже записалось, еще мы анонс не делали, уже записалось. Это будет примерно $500 поездка, за исключением билетов. То есть билеты отдельно все. Нужно как-то брать. Это коротко. Поэтому вот кто хочет именно с Олегом, как с мастером, как с человеком общаться, погрузиться вот в практике на месте силы, вот. Поэтому приезжайте, поехали вместе с нами, я тоже буду. Вот, и Олег. Таня пока не с нами. Но у Тани интересная вещь. Да, у Татьяны 28 числа начинается курс «Городское травничество». Для тех, кто... Я просто не смогу, наверное, как-то это совмещать, да. Еще не придумала.
Да, ну это да, в следующем, может, году удастся. Курс городское травничество – это научная фитотерапия, основа плюс тибетская медицина, народное травничество, энергетический подход, эзотерический, и, то есть определение характера растений и так далее. То есть это очень и современное, да, травничество, с другой стороны, то есть уже все эти условия, инфраструктура фитотерапии позволяет нам не обязательно жить в селе там, или в деревне, находясь дома, в городе или там, иметь хорошие запасы и под себя устроенный как бы, вот, набор трав. Поэтому приходите 28 марта, уже вот послезавтра, да? Да, послезавтра начинается курс. Завтра, да. Так, дальше вопросы. Значит, спасибо, Вера. Вера благодарит. Вопрос, Дмитрий Сол, мы, наверное, на это почти отвечали. Есть же понятие царств. Царство камней, царство растений, царство животных. Царство, растительное царство, да. То, о чем мы говорили. Растительный мир, минеральный мир, да. Как, скажите, пожалуйста, как все эти царства пересекаются в энергоинформационных слоях планеты? Как вы считаете, мы уже отвечали на эти вопросы? Но Или мне кажется, что-то что так добавить? же, как мое понимание, что это та же матрешка. То есть они все Да. существуют, все вложены друг в друге, все в друг друга перетекают. И они взаимопроникающие. Так же, как у человека Взаимопроникающие. есть вот аура, и, собственно, она состоит из разных слоев. Это эфирное тело, астральное тело. Ну, ликбезом мы заниматься не собираемся, но, в принципе, то же самое. Вопрос. Сейчас, друзья, немножко я отвлекусь, задам еще вопрос один по теме. Вот как раз попался на глаза доклад, значит, по поводу доказательств кристаллотерапии влияния 2015 года. То есть попробовали статистически измерить вот влияние на так называемое плацебо и вот, собственно, терапии. И вот как бы эффект вот этого влияния, ну, плацебо, не плацебо, то есть некой такой силы веры на все методы, вот которые, любые целительства, вот как вы считаете, насколько это важно, насколько стоит это исключить или, наоборот, стоит ли это включать вообще в терапию? Татьяна, говори. Да. Ну, я так, по-джентльменски, как бы, да. У меня есть что сказать, но... Так, Так, Татьяна пропала, поэтому говорить теперь ты. ладно. То, что касается веры, наверное, это, наверное, в другое заведение, там, ну, вы сами знаете, как оно называется, там, храм, батюшки, вот они вот по поводу веры, вот, они получше расскажут. На самом деле, наверное, эффект плацебо – это настрой, это намерение определенное на определенную, настрой на определенную волну. Вот если вам куда-то надо, вы говорите, я вон туда хочу. У вас вектор направления движения определен, мотивация определена. Это дает очень большой эффект, очень большую силу, потому что это настройка человека на определенную частоту волны. Именно он просто определил себе уже направление, тогда да. А дело в том, что в камни не обязательно верить или не верить. Это не вопрос веры вообще, в принципе. В травы не надо верить или не верить. Это не вопрос веры. Это природные стихии, которые обладают собственной частотой вибрации, собственной энергетикой, там разные камни разными качествами, разные травы разными качествами, целительными, балансировочными. Ну, в общем, это качество энергии. Это не нуждается в вере или не вере. Но то, что касается веры, эффект плацебо, это просто настроечные моменты, настроечные таблицы. Вот тебе, куда? Мне туда. Ага. Вот мы с ним поговорили, вот куда ему. Он понял. Я говорю, вот ты хочешь туда? Да, хочу. Это и есть вектор направления движения, мотивация, да? Вот как бы. Я вспомнил этот анекдот, помнишь это? Если пациент хочет жить, то медицина бессильна. Сильно, да? Абсолютно.
Да. И, когда у тебя есть мотивация, у тебя, значит, кислотно-щелочной баланс в сторону щелочного переходит. Это уже если взять биохимию. Угу. Когда щелочной баланс, тогда, соответственно, человек не может болеть там ни как бы всякими там онкозаболевания, это значит в кислотный баланс смещен. Угу. Ну и вот вообще любого рода воспалительные процессы – это кислотный баланс, когда завышен, он превалирует. А когда щелочной баланс – это хорошо. Да. Таня, тебе немножко не видно, ты не в другую сторону, не в другую, в другую. Ага, вот супер, то, что надо. Да. Я прошу прощения, у меня он, видимо, перегревается и выкидывает из эфира. Понятно. Ну да, вот вопрос именно про влияние, как сказать, доверия, веры. Мы тут говорили о том, что влияние, ну, если пациент хочет жить, то медицина бессильна. То есть, и поэтому вопрос вот этого психологической составляющей, опять мы немного вернулись, насколько в травничестве это важно? Ну, здесь действительно большое значение имеет именно психологический момент, и когда человек очень сильно сомневается, но хочет решить вопрос, чем-то себе помочь, то, наверное, я бы сначала с ним поговорила как психолог, потому что такой человек ищет опоры или в родителях, или в работе, или в самореализации, или в травах, или в камнях, неважно. То есть у него, видимо, вопрос с отсутствием вот этой опоры и уверенности в себе, поэтому он сомневается. И в травах, и в докторах, и в чем-то еще. То есть сначала будет вопрос, сначала будет обсуждение и разговор, скорее всего, меня как психолога с человеком, а потом уже как травника, чтобы убрать у него вот это вот ограничение и переживание, вот эту повышенную тревожность, вот это верить, не верить. Постоянный процесс. Ну, то есть ты говоришь, как будто вначале ты поговорила, а потом... и не говоришь больше? Или это, ну, насколько это растянуто во времени, что ты постоянно говоришь об этом? Ты знаешь, нет, очень часто приходится с этим иметь дело, к сожалению, потому что наука, фитотерапия, так же, как и литотерапия, ну, с определенного момента она дискредитировалась, даже к лженаукам причисляли, и до сих пор и можно услышать, ну что вы там лопухом хотите что-то вылечить, и про подорожник, там, приложи подорожник и так далее. Но во время войны, когда не было никаких лекарств, и лечили корой ивы, подорожником, и живицы кедровые лечили, потому что других лекарств не было. И был спирт, и вот то, что вот как бы могли, ведь фармацевтическая промышленность же особо-то не работала, все же работало на другое. Поэтому лечили и еще как. Да. И немножко таких веских аргументов, плюс историю, люди совершенно не думают, что фитотерапия – это что-то темное для бабушек из деревень. У фитотерапии огромная история, так же и как у литотерапии. То есть это как и сельское хозяйство, это как и металлургия, это как строительство, это как медицина, это такие же науки. И это древнейшие, это корни с момента человека, как он что-то научился делать и понимать, и что-то записывать, эти знания, они вот с того времени присутствуют. И поэтому вот эта вот вера, она... или не вера, она просто еще обусловлена, ну, определенным невежеством человека, потому что он не смотрит, не понимает, что такие вещи, они не вчера родились, и это не все, это далеко не только народное творчество. Это такая наука, которая сейчас, она связана с микроскопом или с какими-то другими исследовательскими инструментами, а 5000 лет назад это были другие инструменты, но это тоже была наука. Поэтому просто немножко рассказать об этом и привести аргументов для того, чтобы убрать вот эту вот тревожность у человека. Я просто вспомнил, опять тут недавно разместил вот этот материал про полынь, да, которая в трактате китайской медицины в полыне содержался вот это действующее вещество, из него сделали с лекарством от малярии, и человек получил Нобелевскую премию. Ну, там группа ученых. В 2015 году. И я к тому, что вот как бы
Вот все эти методы, да, и травничество, литотерапия, это все, на мой взгляд, методы, заслуживающие вот такого серьезного внимания и практики. И как бы хорошо, что у нас такие есть инструменты вот на Земле, в природе. Это биоценоз, да, это житие в естественных ритмах, это связь с землей, связь с растениями, с лесом, с травами, с камнями. Это биоценоз, это некая гигантская структура, где мы, как не царь зверей, а некая составляющая часть. Вот, да, мы сознательны, мы последняя эволюционная волна, но мы часть этого всего. Потому что вот в больших городах, допустим, бывает очень сложно. Почему? Mm-hmm. Потому что если раньше люди там жили в деревнях, там было проще, они там ходили босиком. Соответственно, вот эта связь с землей, это было все попроще. Сейчас же этого нет, поэтому, соответственно, как бы это очень, очень хорошая штука для связи с природными ритмами, для mm-hmm. связи с природными стихиями, и с минералами, и с травами. Вот-вот, как-то так вот. Угу. Хорошо. Почитаю еще немножко комментариев, которые нам написали. Мирика Родионова написала, что был неприятный разговор с мужем, поддалась эмоциям, была здорова, но тут сильно заболела левая шейка бедра, невозможно от боли было ходить. Взяла яшму красную и положила, снимала свечой и положила яшму. Ну, то есть она какой-то... биоэнергетическую практику делала, положила яшму. На следующий день забыла про то, что что-то болело. Вот такой вот поделилась опытом. Одна из базовых матриц женских, да, красная яшма. Марина Фатеева пишет, то, что вы делаете, это очень важно, большая благодарность. А еще, значит, Ольга Чернеева пишет, большое спасибо Олегу Смирнову за знания, которые вы даете в своих лекциях. Очень интересно, нравится, что у вас и минералы, и психология, и про развитие. Благодарю вас. А вот вопрос. Существуют ли парные травы и минералы? Ну, там, кто кого любит больше. Например, там, могильник гармала, какому камню соответствует? Ну, мне кажется, вот мы про родонит поговорили, что липа схожим образом влияет и родонит. Да, вот. Ну, я могу про гарбалу немножко сказать, свои соображения. Олег, может быть, тогда сможет подобрать минерал. Вот гармала относится к ядовитым растениям, содержит различного рода алкалоиды и гликозиды, и сапонины и прочие вещества. Когда гармалу принимаешь при определенных там... Что? Это такое, ну то есть это из фитотерапии, а не, ну, непонятно. Да, я прошу прощения, я перечислила действующие вещества. Мы когда гармону принимаем, что-то в организме происходит. А что именно, кто там это все в организме запускает? Вещества, которые эта гармола и содержит. Ну, в частности, это, например, такое вещество, которое называется алкалоид. И, как правило, этот алкалоиды содержат ядовитые растения, к которым относится гармола. Более того, гармала вызывает видение. И вот по некоторым признакам, по внешнему виду, она такая сухая, растет в сухих местах, например, по внешнему виду суховато, когда высохнет, такая желтая, ну, жесткая, скажем так, растение. Плюс его ядовитость, плюс условия, на которых она растет, скудные почвы. Можно сказать, что это растение, которое находится под влиянием Сатурна. Вот, ну и, соответственно, можно тогда уже, исходя из этого, подобрать пару. Безусловно. Но подбирать надо не то, чтобы пару. Я каждый раз сталкиваюсь с тем, что мне говорят, а какие камни, сочетание камней между собой, а этот камень с этим камнем как? Я говорю, вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что надо подбирать под человека. Вот этот камень с этим камнем под этого человека нормально будет, а под другого нет. Почему? Потому что человек другой. Соответственно, у него структура другая, энергетика другая, задачи другие, силы другие, возможности другие. Так и здесь. В общем-то, камней Сатурна тоже не один. Да, и под какую задачу действительно под эту пару? Можно один камень Сатурна, можно другой камень Сатурна. Да, значит, как растение. Да, поэтому нужно искать именно исходя из
наверное, человека, нежели чем вычислять степень сочетаемости. Ну, как бы, ну, вот... да, это можно найти, но это под человека. Тогда это будет более, это попадание даже не в десяточку, даже не в соточку, а в тысячную. Это четко. Вот тогда это будет работать очень хорошо. Ну, вот эффективно. Взять снова про Гармалу, то еще ее свойства, за что ее ценят с точки зрения энергетики. Это бесогон, это растение, которое очень хорошо чистит пространство от тяжелых энергий, от сущностей, от лярв. Все знают, что на востоках, на рынках Востока с этими веничками гармалы окуривают товар, чтобы он хорошо продавался, чтобы цеплялки всякие от этого товара убрать. Да, да. То есть это чистильщик. Гармала – это хороший чистильщик. И, ну, как бы я не слышала, чтобы гармалу применяли, например, для гармонизации отношений там, или там, для открытия новых дорог. А вот чтобы убрать то, что нам мешает и закрывает пространство и питается нами, паразитирует, это да. То есть если еще более сузить как бы описание гармалы, тогда ну, как бы уже еще легче, наверное, подобрать. Можно. Вот, допустим, тот же самый галенит подходит, как руда свинца, это минеральная руда, это руда свинца, галенит. Вот резонанс идет. Потом тингуаид тоже подойдет. Это оба чистильщики, причем и тот, и другой. Просто, допустим, тот же самый галенит, ну, более мощный, что ли, чем тингуаид. У меня сейчас такая мысль возникла, что это достаточно опасно. Если гармонично подобрать очень хорошую пару, которая будет чистить, это очень сильный инструмент, это шива. Поэтому это нужно будет очень аккуратно. Поэтому подбирать надо к человеку, и не надо заниматься самолечением. Потому что, как бы, если взять и усилить солнечный свет где-нибудь там в Африке, сидя на корточках там или там в Индии, взять увеличительное стекло и направить его на руку, получится ожог. Да, потому что да. Это как бы усиление и то чистит, и это чистит. Очень сильно. Друзья, чтобы правильно это все воздействие было, важно эту тему изучать, разбираться, что подходит, что не подходит, исследовать. Да. Обучаться. Вот есть да. Олег, есть Татьяна, пожалуйста, приходите обучаться. Вопросы еще есть. Арина спрашивает, скажите, как вы относитесь к бусинам дзи? Это коммерция? И да, и нет. Ну, то есть эгрегориальная часть есть, да, то есть такая есть в этом. Ну, там очень большая эгрегориальная часть, там вот с эффектом плацебо, кто в этой традиции, это все работает. Ясно. Вот. Как бы у человека, который не подключен к эгрегору буддизма и вот к этой традиции, у меня очень велика доля сомнений, что это с ним сработает. Потому что это в контексте таком неком включенности в какую-то традицию, ментальность, менталитет, угу. Понимание процессов, как все стоит, шкала угу. ценностей. Вот, ну, там глубокая на самом деле штука. Поэтому у меня такое вот по поводу бусин дзи. А вот вопрос тоже, наверное, к Татьяне. Какие травы могут щелочной баланс создать в организме, кроме лимона? Щелочной? Считается, что все травы, в принципе, дают щелочную реакцию в организм. Поэтому, когда говорят о противопоказаниях и злоупотреблениях, об этом говорят, что именно травы, помимо овощей и фруктов, могут защелачивать. Даже есть сбор Караваева, был такой врач, с очень интересной, сложной судьбой, прожил, ну, как бы прошел войну, концлагерь и так далее. После войны он создал сбор, который так и называется, сбор Караваева, он носит его имя, с щелочным эффектом, защелачивающим эффектом, очищающий организм. Этот сбор очень хорошо при всяких опухолевых процессах, когда, наоборот, окисление интенсивно, ведь опухоли, они хорошо себя чувствуют в кислой среде. И вот сбор Караваева – это как раз состав, там 13-14, по-моему, растений, которые щелочной, именно щелочной баланс поднимают, если у человека сильно закисленный организм. Да. Вера очень правильно. Вера пишет, сила растений, как и сила трав, необъятная. Верю, что за ними будущее.
и будущее, и прошлое, и настоящее, потому что это природа, и мы здесь живем, и пользуемся дарами Земли. Вот, еще вопрос, наверное, мы уже отвечали. Олег, вот сода, как минерал, это что, по вашему мнению, ее влияние на организм? Ну вот по поводу щелочного, я расскажу одну историю. Когда наши спортсмены завоевывали первые места там на мировых первенствах, где-то на Олимпийских играх, переводя таким образом, склоняя в сторону щелочного баланса в оптимизатор, просто брали стакан теплой воды, две чайных ложки соды столовой, пищевой, взбалтывали и выпивали прямо перед самым соревнованием, прямо перед самым стартом. Uh-huh. И результаты были как бы на порядок лучше. Uh-huh. Вот. Так что пищевую соду можно употреблять, пить, как-то так вот. Но uh-huh. это надо, я говорю, надо интересоваться, вот, это больше все-таки вопрос к Татьяне, наверное, по поводу соды. Как ее употреблять там, вот. Ну, и вот. Стоит ли ее вообще употреблять. Люди раньше уксусом все лечили, содой, вот, ну, такими натуральными вещами. Ну, очень, очень сильные, там, солью, опять же, там, есть там четверговая соль. Вот такие вот, соль это галит. У соды там своя минеральная формула есть. Я, честно говоря, не геолог и не химик. Я не всегда помню вот формулы. Так, Таня, вот, отлично сейчас. Убегаешь ты, Татьяна, в сторону немножко. Ага, вот, так нормально. Вопрос. Вопрос. Сейчас тут вопросы про растения, вопрос про другие. Ага, это комментарии нашей беседе. Мы еще, наверное, может быть, минут 15 пообщаемся, да? Сейчас мы уже 9, целый час 17 мы общаемся. Надеюсь, друзья, вам интересно, кто нас смотрит. Пишите ваши комментарии. Значит, добрый вечер. Ну, тут много вопросов Татьяне, на самом деле. Можно ли заваривать травы детям? Если можно, то с какого возраста? Да, есть травы, которые можно давать чуть ли не с первого дня жизни. Ну, в определенной, очень сильно разведенной концентрации. Я, например, скажу, чтобы просто было понимание, что укропную воду дают ребенку вот прям с первых дней жизни, если у него там проблемы с животиком, у них там всегда проблемы с пищеварением, потому что его еще пока нет. Mm-hmm. Пихтовый сок пихты тоже дают в очень сильном разведении маленьким детям. Но это... Нужно консультироваться, действительно, с фитотерапевтом об этом говорить, спрашивать. А так и детям можно давать травы, ну, уже полноценно лечить травами с 10-12 лет, заваривают так же, как и взрослым, просто уменьшать дозировки. Но некоторые травы можно давать детям из 5-7 лет. Ту же медуницу, иван-чай, например, ромашку. Можно давать мятку уже в этом возрасте, да, 5-7 лет. Просто дозировка уменьшена в 3-4 раза от дозы взрослого. Комментарий еще есть. Сила растений, Ольга Петрова. Сила растений работает независимо от веры. Ребенку снимали воспаление десны ромашкой в 4 года. Ребенок вообще понятия не имеет, никакого плацебо. Ну, растение просто с успехом справилось с задачей. Да. Ну да, биоактивные, очень много биоактивных веществ в растениях, и есть еще, я же говорю, там частотная, вибрационная вот, как бы, составляющая в растениях, которая также работает, все живое работает, все, что природа, из чего состоит, минералы, растения, все работает. Вот простой пример, сейчас можно одну минутку? Простой пример, когда дети, девочки плетут венки и одевают их на голову, одуванчики, например. Там уже идет, скажем так, работа, взаимодействие. Я никогда раньше об этом не думала, но я просто помню, как мы в детстве в этой траве валялись, катались, делали себе там платья, юбки из листьев, одевали эти венки. Это и есть энергетическое воздействие на ребенка.
причем в самом лучшем его виде. То есть и творчество идет, и вот вибрации растения. Потому что ребенок сам себе травки выбирает для веночка, ходит себе сам интуитивно или как-то по своему детскому представлению, собирает эти травы, делает из них нечто и сооружает, одевает это все на себя. Это и есть детское, скажем так, ну, травничество, интуитивное травничество ребенка. Так же, как песочница. Вот в песке сидят дети, возятся, куличики делают, они возятся в этом песке. То же самое. Контакт с элементом земли получается такой, да. Угу. И не возятся, когда они начинают лепить что-то из глины там. Там же тоже как бы есть отдельное там направление литотерапии, это именно с глинами, вот такими биологически активными. Там есть в Крыму, есть там в других странах. В нашей стране есть очень много, именно где идет, вот там есть глиняные маски, там, когда делают на лицо косметологические, очищающие, там, ну, все работает. Олег, подскажите, пожалуйста, есть ли минерал, который может отвести неприятности? Чей-то гнев, недовольство в экстренном случае? Ну, сколько хочешь, на самом деле, таких минералов у меня отдельный... Опять, ведь сколько мы не пытаемся, только ты не пытаешься говорить, что это все индивидуально, все равно люди спрашивают, ну, где же эта вот волшебная таблетка? Да, это свойство, ну, вот, специфика вот такая. Ну, черный турмалин, что я могу посоветовать? Понятно. Есть специальный, как за каменной стеной, у нас есть такой... Вебинар очень хороший, как за каменной стеной называется. Вот там, как использовать минералы для разных, вот в какой. Ну, этот вебинар на 2 часа. Вебинары по безопасностям, да, камни безопасности. Это самый первый твой вебинар на сайте «Тонкие материи». Он скрытый, секретный. Поэтому, опять же, меня нужно найти, написать мне. Ну, почему секрет? Потому что у меня все надежда, что мы его перевыпустим. Потому что уже прошло 5 лет. Когда мы записывали. 2016 год. Да. Самый первый твой вебинар. Хорошо. Следующие вопросы еще. Скажите, пожалуйста, очень уважаю иван-чай. Когда его ферментируют, сохраняется ли его сила? Когда ферментируют его? Ну, во время ферментации уже происходит какое-то химическое изменение самого растения. Часть веществ переходит в другую форму, там происходит какое-то брожение за счет бактерий, которые живут на самом растении, там сок этот бродит. То есть сама ферментация – это и изменение химического как бы состава, ну, не кардинально, но тем не менее. И что высушенный иван-чай, что ферментированный, и в том и другом случае это все равно растение и напиток, который будет иметь свое лекарственное свойство. То есть его свойства не ухудшаются, не уменьшаются, просто они становятся немножко другими. Еще вот хороший тоже вопрос. Олег, Татьяна, можете, пожалуйста, вот по центру держать положение, чтобы тогда мы попадаем и немножко... Подальше камеру поставить. Татьяна, не совсем по центру. Так, Олег, все по центру. Спасибо. Так всем будет приятнее видеть. Татьяна, а в целом какая разница при приеме внутрь, держании в руках, окуривании? Опять здесь такой вопрос непростой. То, что вы примете внутрь, вы почувствуете через 5-10 минут. Ну, самый быстрый эффект, когда я принимала растение, у меня был воспалительный процесс, я уже, это у меня такая заготовленная история, когда календулу ты выпиваешь, и через 10-12 минут то, что у тебя болело, оно уже не болит. Когда окуривание, это более тонкие воздействия на организм, и если у человека есть эти настройки, он почувствует легкость, холодок, такое приятное ощущение как бы открытого пространства, когда нет пелены. И его тоже можно почувствовать через буквально 2-3 минуты. Это все зависит от настройки человека, от тонкости восприятия. Есть люди, которые... И выпив растение, и их окурив, там, и, не знаю, и прижигание сделает, и он как бы... А я ничего не чувствую. Ну, просто он, ну, что-то у него закрыто, и нет какого-то уровня доверия.
поэтому отсутствует. Вот все зависит от настроек человека, да. Но это все решается, если, например, пить растение какое-то время, через какое-то время у него выстраивается связь с этим растением, канал, как вот то, что делают южноамериканские шаманы, когда устраивают церемонии приема определенных растений. Они спят, едят, живут, говорят, поют все об одном каком-то растении и становятся его проводниками. То есть эту сонастройку можно выстроить просто цель с любым растением и почувствовать, как оно внутри, как оно действует при окуривании и при каких-то других манипуляциях, когда его просто приложить. Вот, например, если приложить березовые листья вот сюда, или, например, листья лопуха вот сюда, и взять, приложить лист папоротника. Да, на грудь, да, то есть... Вот сюда, на грудь, в район горла, вот в белочковую железу, и можно почувствовать, что это как два разных человека. Это два разных ощущения, две разных энергии. Ну, а как вы считаете, вот если человеку чувствительный к этим вещам, насколько благоприятно ему, ну, то есть, исцеляться, то есть, насколько можно ему легче исцеляться, если у него есть тонкая чувствительность? Или это не имеет никакого значения? Ну, вот смотри, сейчас я, у меня есть определенная чувствительность, она просто уже профессионально выработалась, и... Все зависит от того, если я на волне восприятия энергетическом, то мне пить ничего не надо. Но поскольку я ленивая, то это чуть-чуть нужно просто поменять настройку. И тогда траву не обязательно пить, да, достаточно ее подержать в руке. Но поскольку это более тонкое, а мы в современном мире живем в грубых вибрациях, это то, с чего ты начинал. Тревожность, опасения, переживания, это все загрубляет наше восприятие, делает нас менее чувствительным. Тогда просто берешь столовую ложку чего-нибудь, заливаешь кипятком, настаиваешь и через 10 минут выпиваешь. Ну, очень интересно было от тебя услышать бы тоже вот это вот, если бы ты как-то в курсе даже в этом добавила вот эту вот часть информационную, что травы можно не только пить, но и как бы прикладывать и как-то изменять. Это было бы интересно, такое добавление, потому что об этом мало кто травникам говорит. Большинство курсов по травничеству – это фитотерапия, и это не очень интересно. Нам, по крайней потому мере, что, нам, к сожалению, сейчас... не очень интересно. Она ж недоказуема. Один чувствует, а другой говорит, а я ничего не понимаю, а мне кажется. Поэтому с этой частью сложнее. А выпить касторового масла и через полчаса убежать в туалет, здесь просто доказательства не нужны. Здесь все на поверхности. Ну, я постараюсь эти моменты, ну, понемножку, чтобы они присутствовали в каждой теме, хорошо? Да, еще, друзья, напоминаю, что в воскресенье уже начинается курс Татьяны «Городское травничество», поэтому записывайтесь на сайте «Тонкие материи», вся информация. Записывайтесь, регистрируйтесь, пока еще можно. Олег, а мантры работают только в эгрегоре или как звуковой вибрации? Мне кажется, это не совсем к теме нашего общения вопрос, но, Олег... Ну, как бы и так работать, естественно, они будут, поскольку мантры составлены на санскрите. Такой же, как вот два брата-близнеца, санскрит и пракрит. Русский язык произошел от пракрита. Санскрит, это базовое звучание. У нас язык состоял из 150 букв, как вы все знаете. Сейчас у нас там 33 буквы. Английский алфавит состоит из 27 букв. Это тоже определенные настройки звуковые. Соответственно, кто в традиции, ну, тому как бы попроще будет. У него уже настройка какая-то есть с мантрами. А те, кто не в традиции, тоже будет работать, но ему понадобится какое-то время для того, чтобы как бы каждый ищет для себя, вот есть мудрый, это вот эти вот планетарные каналы, там вот, ну, знаете, что такое мудрый, есть мантры, как, вот есть, допустим, аудиалы, есть визуалы, есть те, кто через звук воспринимает информацию, есть те, кто через зрение воспринимает видеоинформацию. Есть кто книги читает, есть кто книги вообще не читает. Они смотрят фильмы. То есть, короче говоря, подберите под себя свой метод, да? То есть, подберите под себя свой метод, ищите, да. Ищите резонансы, ищите
там, где для вас будет открыто, где вам легче будет воспринять. Mm-hmm. Пробуйте. Если вам благозвучный мантра заходит, это аудиоканал, то mm-hmm. да, он помимо аудиоканала, он очень сильно расширен, потому что там идет вибрационка. В момент начитывания мантр, когда вы слушаете мантры, у вас идет определенный настроечный механизм, так же, как с камнями, так же, как с травами. Просто это работает по-другому. Угу. Но смысл один и тот же. Каждый должен искать под себя алгоритм, создавать себе сам. Как только он это сделает, он поймет, насколько это как бы оптимально. Ищите резонанс. Кому что нравится. Кому говорит это самое, кому и свиной хрящ. Знаете, вот есть такая пословица. Так что каждый ищет под себя тот аромат, который ему нравится. Вот вы когда духи выбираете, или парфюм, или туалетную воду, или благовоние, вы же как бы по запаху, да, вот что-то нравится, что-то не нравится. Это очень тонкие вещи, на самом деле. А насколько это к травмам относится, тоже по запаху определять, что нравится, или это не так работает? Это напрямую работает, потому что запах сразу канал, который идет как сигнал в головной мозг. И там в центральном пункте идет обратная связь. Это нам подходит, это нам не подходит. Понятно. Это мое, это не мое. Нравится, не даже нравится. Можно подбирать травы, не знаю, не планеты, ну как бы, ну многих вещей не знаю, но я не беру раздел ядовитых трав, потому что кому-то, может быть, понравится, как пахнет болиголов. Но, в принципе, по запаху можно тоже подбирать. Иногда я, когда делаю сборы, я открою секрет, я не учитываю никаких действующих веществ и биохимии растений. Я собираю по тому аромату, как мне нравится. Но обычно это я делаю для себя. То есть я, ну, знаешь, я не положу себе там растение, которое будет вызывать у меня какое-нибудь сильные какие-то ненужные ощущения, но по запаху, да, это имеет место быть. Да. А вот интересный вопрос. Значит, все-таки минералами можно пользоваться постоянно, чередуя. А травы пить просто так, когда нет особых проблем, наверное, не стоит. Ну, смотрите, ведь по травам мы нужно понимать и укроп, и пшеницу, и картошку, и капусту. Это же все растения, то есть мы имеем, это тоже лекарство. И если рассматривать продукты питания растительного происхождения, то они и еда, и лекарства, поэтому мы их все равно употребляем все время. Я, например, укроп и петрушку, вот сколько я ее вижу, все время я ее кладу. Или кинзу, или корицу. Это же растение лекарственное, это средство. Да, я ее все время использую, поэтому... Но другое дело, что есть растения, которые действительно нет смысла, не стоит пить постоянно, потому что есть привыкание, снижается эффект лечебный, который нам нужен. Меня вот тибетские благовония, допустим, я сегодня утром всех удивил, потому что давно не возжигал, зажег тибетское медицинское благовоние, такой запах. Для меня это способ работы с состоянием, настроя. Вот я переключился с одного вот этого беготни, суеты, беспокойства на такое умиротворение, спокойствие, как способ, опять же, регулирования состояния. Трава, такая подборка быть. Да. Не только принимать растения и прочее, но, а с другой стороны, то есть вот эти профилактические вещи в плане, когда есть, допустим, осень или когда есть, ну, там, период холодов, то это не мешает. Вот эти сборы профилактические стоит попивать, наверное. Плюс есть организм в течение года, опять же, можно это делать с помощью трав. Да, конечно, потому что когда холодно, нам не хочется арбуза или каких-то сочных фруктов, нам хочется чего-нибудь такого согревающего. Тогда мы уже вспоминаем про имбирь и корицу, и гвоздику. Такой чили какой-нибудь там. Да-да-да. А летом, когда много солнца и жары, никакого имбиря не хочется. Поэтому, конечно же, если мы в ритме с собой и с природой, то мы... подбираем интуитивно, ну и есть рекомендации. То есть тибетское медицинство выстроено. Если у нас есть вот этот опыт травничества, то помимо вот этого арсенала продуктов, есть еще опыт вот этого, и, во-первых, запахов, да, что хочется понюхать, и опыт чаев, да, которые вот прям
То есть такое расширение возможностей с помощью травничества. Вопрос такой. Татьяна, подскажите, пожалуйста, какая из трав поможет избавиться от зависимости, к примеру, от сигарет? Есть сборы для курильщиков, в которые входят корень аира, чабрец, валерьяна, пустырник. Но мы, наверное, понимаем, что вот эта зависимость, ее нужно начинать не с, ну, как бы параллельно и химическим путем воздействовать через биохимию, через растения, и психологические моменты тоже рассматривать. Есть сборы специально для курильщиков, которые действительно снижают. У меня даже есть опыт составления этого сбора, но я не знаю, Олег, насколько он. Ну, хотя бы мокроты он помогал, наверное, выводить от кашля. Да. Чабрец вот очень хорошо помогает, я знаю, да. Друзья, кто нас смотрит, у нас мы уже полтора часа общаемся, и у нас еще давайте два последних вопроса я зачитаю, и мы будем потихонечку завершать наш интереснейший эфир. Спасибо, Олег и Татьяна, очень интересно с вами беседовать. Итак, вопросы. Олег, скажите, пожалуйста, существует ли какой-то универсальный камень для удачи? Ну вот почему так? Что такое удача? Давайте разберемся. Ну, фортуна, да? Хорошо. Универсальный камень для удачи есть. Вот та же самая шпинель – это камень удачи. Там, ну, видите, не все так просто. Вы ищете универсальную, как бы, волшебную палочку. Вот шпинели – все цвета радуги, как и турмалины. Соответственно, каждая, как бы… Шпинель – это минерал Венеры и минерал Фортуны. Но надо смотреть, вам какая удача нужна. В каком смысле? Что вы хотите? Вы денег хотите, там, изобилие. Да? Вот, допустим, та же самая черная шпинель, она обеспечивает материальные как бы, вопросы владельца, запросы владельца. Там, красная шпинель – это чтобы там как бы, достаточное количество близости было в жизни. Там какая-нибудь там оранжевая шпинель – это вкус жизни. Там желтая шпинель – это, опять же, там деньги, да? Угу. Вам такая удача нужна. Олег опять говорит о том, что универсальных рецептов нет, вопрос индивидуальности. Да? Допустим, сейчас, подожди, Роман. Есть шпинель, как бы кобальтовая шпинель, она синяя. Она вообще прекрасно работает с третьим глазом, шишковидной железой. Она очень хорошо работает с обменом веществ. Так что надо вот это, там, понимаете, нужно четкое понимание. Вам куда? Вы чего хотите? Вот. Когда вы определитесь с этим, тогда будет проще. Тогда можно будет камень подобрать, как бы корректно составленные вопросы. Профессионально корректные, чтобы можно было что-то понять, вам, ну, чего вы хотите и вам куда. Тогда да. А так вот, камень для удачи. Да он любой камень для удачи, смотря что вам нужно. Каждый камень открывает свою сферу. Если вы работаете, есть камни, как бы патронирующие ту или иную деятельность человека. Есть камни, помогающие структурировать профессиональную какую-то деятельность. Есть камни, как бы, которые работают с разными направлениями творчества. Этого всего очень много, на самом деле, огромное количество информации, и есть возможность действительно делать какие-то волшебные вещи. Но надо понимать, абстрактно камень удачи, ну, как бы, некорректно поданный запрос, я бы так выразил. Хорошо, и последний тут вопрос Татьяне. Римма, я ем постоянно цитрусовую кожуру, в основном апельсина. С чем это связано? С нехваткой витаминов? Вопрос. Постоянно ест цитрусовую кожуру? Да, апельсина.
Цитрусовая кожура содержит действительно много эфирных масел и горечи определенных. И, возможно, организм запрашивает что-то, ну, это мое предположение, что-то, ну, скажем так, противопаразитарное, противовирусное. Плюс цитрусовый, в том числе апельсин, он хорошо поднимает настроение, тонус, это тоник. То есть если не вопрос, скажем так, с очищением стоит, то просто, возможно, ну, пониженный тонус у человека. И вот эти эфирные масла, которые содержат корки, они же и вкусно пахнут, они же и попадают к нам в организм. Поэтому, возможно, не хватает бодрости и ну, не хватает вот этих микроэлементов, которые бы эту бодрость на химическом уровне, скажем так, запустили. Спасибо, спасибо. Спасибо всем, кто смотрел. Мы завершаем потихонечку эфир. И в конце у нас такая небольшие анонсы наших мероприятий, событий. Со 2 по 8 мая планируется уже готова поездка в Каппадокию, в Турцию, место силы, практики по местам силы с Олегом Смирновым. Вот, пожалуйста, уже половина группы собраны, пожалуйста, бронируйте, находите Романа Атри, меня в соцсетях, в Фейсбуке и записывайтесь на поездку. Поездка, стоимость поездки около $500, сейчас более уточненная завтра будет сумма, за исключением билетов, билеты отдельно оплачиваются. Это вот приглашение. Олег, может, скажешь тоже пару слов, что там. На самом деле, я еду в Турцию, именно в Каппадокию и вообще в Турцию первый раз, но у меня есть некие наработанные такие вот вещи. Да, я очень хорошо чувствую и духов хранителей мест силы, и сами места силы. Очень любопытные такие вот моменты. Это работа с потоковыми техниками, работа с энергетикой. Ну, вот, как бы, кому надо, тот услышит, я так думаю. Да, но у тебя были поездки вот тоже в некоторые на Алтай. Да, были поездки, экспедиция в течение двух месяцев. Аркаим, там по местам силы, по горам, по разным. Ну, то, что я слышал, друзья, отзывы были очень такие вот вау. Поэтому поехали, то есть я тоже буду, поехали вот со 2 по 8 мая вместе вот с Олегом попрактиковать. А, то есть это в мае будет, не в апреле, да? Нет, в мае. Вот, такое событие. И еще одно событие, это начинается курс «Городское травничество» Татьяны Хигай. С 28 марта, воскресенье, осталось 2 дня. То есть это курс для современных людей, но немного эзотеричных. Татьяна фитотерапевт, и кто научный подход к травничеству исповедует, плюс и подход тибетской медицины, восточной медицины тоже добавляет. Потому что чистая фитотерапия нам... Конечно, кому-то это интересно, но нам, вот кто интересуется биоэнергетикой, тонкими материями, нам интересно знать и характер растений, и тонкое воздействие трав. Не только их лечебное воздействие, но и вот другое, целительское. Татьяна, может, пару слов тоже скажешь об этом? Что ты хочешь? Хочу сказать, что я, например, как травник сформировалась в городе, чтобы, может быть, вас как-то сдерживает то, что вот ну как же я же там не в лесу живу, у меня нет возможности ходить собирать травы и так далее. Как же травничеству можно обучиться, вот сидя там за компьютером? Ну, на самом деле практики у вас в жизни будет предостаточно, и в лес, и в поле сходить эти травы собрать, но теоретическую базу, само изучение вы можете осуществить действительно в городе, пребывая вот
в этих каменных джунглях. Я вам расскажу о том, как можно травы в городе найти, как их собирать именно в городе, как ими пользоваться, как готовить сборы, как их подбирать, как научиться чувствовать растения по запаху, по энергетике, по внешнему виду. Да, людей, что нужно будет рядом с остановками собирать травы. То есть, что зачем? Ну, это образно я говорю об этом, что на самом деле городское травничество – это очень интересное, скажем так, интересный курс, потому что действительно я постараюсь в нем дать вам более широкий взгляд не только как растения лечат, чем, за счет чего, но как с ними можно взаимодействовать на том уровне, на котором мы сегодня с вами говорили. Через вообще травы, как и литотерапия, это проход в определенное другое новое пространство. Это настолько расширяет ваше восприятие, и вопросов веры, неверы у вас просто не будет. И я вас приглашаю, поделюсь с вами опытом, скажу, что я травничеством занимаюсь более 10 лет, уже, наверное, 12 лет. У меня очень большой опыт работы с людьми, с покупателями, в консультировании, в сборе, в заготовке и так далее. Буду с радостью с вами делиться. Приходите, всем, кому интересно. Спасибо. Спасибо, друзья, что вы смотрели эфир. Олег, спасибо, благодарю, что ты пришел. Татьяна, благодарю, что ты пришла. Вот, по-моему, было интересно, мне было очень интересно слушать вас. Мне кажется, что мы эту тему начали раскрывать, потому что она бесконечная. В чем, собственно, отличие и сходство трав и минералов. В любом случае, это важный инструмент для жизни, для повседневной, даже современной жизни. Вот, то есть добавление природных энергий в нашу городскую жизнь, а большинство, кто смотрит, большинство находится в городах. Но те, кто находится не в городах, мы всем рады. Спасибо, Олег, спасибо, Татьяна, спасибо, друзья, что смотрели наш эфир. Спасибо всем. Благодарю всех. Всего доброго. Счастливо.